Всем привет, всем друзья! Привет. Вы на канале Free Family. Сегодня у нас фотодень. Мы сегодня пойдем в фотостудию. Ну, мы любим пофотаться, и вот мы решили зайти в фотостудию и сделать себе несколько таких прекрасных фото. Помашите все ручкой, и мы сейчас пойдем посмотрим фотостудию, ну и расскажем вам. И посмотрите, как люди ходят. Да, набрали с собой кучу, блин, всего. Ну, не знаю, будем во всем фотаться, будем, ну, в общем, вы сейчас все сами увидите. Довольны? Пойдемте с нами, Полин, воздушный поцелуй для всех. Мы, в общем, без фотографа, то есть своими силами, ну, это, скажем, как бы такой и бюджетный вариант, как бы просто аренда студии для разнообразия своих фотографий, ну, интересных, красивых таких интерьерчиков. Сейчас мы вам все покажем, расскажем. Тут два зала, фотографа у нас нету, фотограф у нас я, фотограф у нас Лена, вот будем фототься. Друг друга фототь. Еще у нас есть фотографозаменитель. Это наш штатив. Друг всегда. Он никогда не подведет, не болеет, не спохмелья, ничего. Всегда с нами, всегда в машине валяется. Всегда нас выручает. Вот, в общем, смотрите, мы переодеваемся. Сейчас вон девчонки, смотри, уже проверяется там что-то. Ну все, сейчас переоденемся и пойдем быстренько посмотрим, что из зала, то время-то идет. Итак, вот наш первый лук. Микки Маусы и доча Микки Маус. Дочка футболка отделили, ну, блин, эти наши... Ну, мы вечером собирались, мы не знали, да. Это футболки наши уже, блин, старые, мы все-таки на свадьбу покупали. Откопали их пофоткаться, вот. Итак, пойдемте смотреть зал. Итак, вот первый зал называется Лоск. Пойдем посмотрим, что здесь за лоск. Так, ну давайте быстренько расскажем, быстро пробежим. Не прокатиться, а сфотографироваться. Смотри, сейчас вон туда он прилетит, этот диван. Вот у нас прошло уже почти 30 минут арендованного часа, а мы это время тратим на настройку вспышки, потому что без вспышки фотографировать в фотостудиях совсем не получается. Нам не помогли вообще. Нам не помогли. Поэтому ставим минус. Время почти закончилось, а мы не сделали ни одного кадра. Фу, короче, час пролетел вообще незаметно. Во-первых, мы еле настроили, оказывается, там перегорела большая вспышка студийная, перегорела лампочка.
а нам никто ничего не сказал. Ну и мы прокопались полчаса, чтобы ее настроить. В итоге сходили там к кого-то, парня попросили, там он нам настроил другую просто. В общем, мы отфотались, потеряли полчаса времени. Ну как-то так вот, ну, без фотографа, конечно, сложно, да, но мы всегда все своими силами делаем. Вот, ну Полинке понравилось, она повесилась, подурачилась здесь. Все, мы вышли мы на улицу. Не успели дописать, там отзыв, время поджимало. Ну, люди выгоняли, которые пришли на следующий час. Все уже нервничали, о, мы тут всю гардеробную заняли, а мы быстро бежали, быстрее все раздевались. Ну, в общем, половину одежды мы даже одеть не успели, потому что проковырялись с этой вспышкой. Ну. Обидно, конечно, что она была не рабочая, а мы с ней проковырялись. А нам да? Это не сделали. Да. Скажи, лайк или дизлайк поставим? Этому заведению. Да не, ну в целом нормально, да. Зоны прикольные, как бы. Ну единственное, вот я не знаю, девушка просто нам не подсказала, как бы. Она сама не знала, да. Вдруг вот, да, любители придут без фотографов, как бы, и хотят сами. Нам сказали, все у нас приходят с фотографами. Извините. Мы ходили уже до этого сами в другую фотостудию. Нам там. Да, вы можете посмотреть, вот здесь вот ссылочка. На новогоднюю фотосессию. Как мы ходили на новогоднюю фотосессию, можете посмотреть. Там было, как сразу нам все рассказали, показали, все включили. Вот здесь все это, здесь как-то. Ну, не знаю, надеялись на. Нет, то, что... зоны очень интересные, яркие, красочные. Если времени побольше брать, то можно вообще супер фотографии сделать. Да, для разнообразия семейного, так скажем, фотоальбома по фотостудиям походить можно и рекомендуется. Будут яркие, красочные фотографии для вашей семьи. И поэтому ходите чаще в студии какие-нибудь пофотаться, просто своим ходом вот так вот. Без фотографов разберетесь, все будет нормально. Главное не нервничать, не переживать. Ну, дочь у нас и поплакала немножко, там ей чего-то не дали, там что-то, потому что мы все реально галопом. Конфетки, представляете, конфетки в одной зоне были. Мы думали, они игрушечные, не настоящие, а оказалось, там зефир настоящий, просто подсохший. Дочь, ну, как будто фория, да, типа, дочь их кусает, мы ничего не можем понять, ну, ругаемся, нет, не ешь, они не настоящие. А я беру, они липкие. Они просто засохшие там. Химические. В итоге заплакала, то что отобрали. Вот, ну а так в целом все прошло нормально, темп был супер ускоренный, поэтому что нафотали, то нафотали, посмотрите у нас или на страничках ВКонтакте, или в группе ВКонтакте выложим. В общем, ну здесь в процессе как бы видеоролика вы видели, фотографии. В общем, всем добра и улыбок, счастья, хорошего весеннего и уже почти летнего настроения. Подписывайтесь на наш канал, если вам понравилось наше видео, ставьте пальчик вверх, комментируйте, спрашивайте, а мы поможете ручкой. А мы, может быть, в следующий раз еще куда-нибудь сходим, обязательно расскажем. Дочь, всем воздушный поцелуй и пока. Пока-пока.